Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня обзорчик с высока птичьего полета. Вот. Мы смотрим. Вон птичка у меня в доме поселилась. Давайте приблизим ее. Она залетела туда и не может вылезти, что ли? Наверное, через дверьку залетела. Смотрите, не может, надо ей помочь. Сейчас-то сниму ролик быстренько и пойду помогу. Как она туда пробралась? И она, наверное, хочет оттуда выйти. Пойдемте поможем ей. Как она туда? Дверь закрыта, окно закрыто. Непонятно, как она туда залетела. Надо ее спасти. А пока... У нас есть 3 минутки лицезреть все свысока. Вон там прудик, банька, огородик и парничок. Можно приблизить чуть-чуть поближе. Вот. И рассмотреть. Пока еще не все распустилось, можно какие-то детальки и увидеть. Там мини-садик такой, деревенский уголок, лесок. Ну и, конечно же, мой кружочек, который я еще формирую. Еще фантазия моя в полном рассвете сил. Посмотрите, за эту нужно рассмотреть, что уже цветет у меня. А сегодня я покажу вам еще, смотрите, вниз спустимся, я покажу вам, расцвели тюльпаны. Вот они, с высока птичьего полета. Красивые, помните, я вчера вам показывала, они салатовые были, закрывшие. А сейчас они раскрылись, и уже можно спускаться вниз и их снимать. Это штамбовый тополь или как его там? Так. Вот эта шайбочка. Вот так смотрится вся. Что-то птички не вижу, наверное, вылетела уже. Вот там. Там горы, наверное. Так, и посмотрим. Это я стою на балкончике. И как здесь? Вот так. Тут крыша. Может, я перелезу? Вот так, перелажу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Перелезла. Вот балкончик, на котором я только что стояла. Это я сейчас по крыше хожу. Да-да-да-да-да. Страшно. И вот, смотрите, как внизу. Дальше не пойду, тут вот угол крыши, я хожу по крыше, и мне страшно. Вот, березки распускаются. Вот так. Лезу обратно. Тут надо попытаться перелезть. Опа! Вот моя тень. Тут на балконе вот большая перегородка, вровень где-то мне по пояс, а там все ниже и ниже. И вот такой релакс-балкончик для железного, для зонтика. Балкон, кстати, покрыт вот этой доской половой, такой специальной. Но она все равно, из-за того, что на солнце и здесь снег лежит, каждый год красим, и это очень хорошая типа доска. Вот, влагоустойчивая, но с нее постоянно сползает краска, и поэтому она такая обтертая, обтертая. Перила так дольше держится даже, окраска перил. А вот пол, конечно, нет, поэтому каждый год приходится его красить. Поэтому если строите вот такие полы на своем балкончике,
то имейте в виду, что будете красить каждый год. И она еще взъерошивается, и можно стремку загнать. Поэтому я хожу в носочках. Вот. Может, у вас есть какой-то совет? Это его надо как-то шлифовать. Но это специальная доска для пола и для наружных работ. Ой, применение. Это такая вот с таким рифленым. Но она почему-то быстро выходит из строя. Вот. Ну ладно. Сейчас пойду вниз спасать птичку, но ее там уже нету. Вот. Ну все, обзорчик по саду с вышины птичьего полета закончился. Вот тут вот можно еще рассмотреть гиацинты, азали. Вот. Вот так. Может, пруд приблизить? Вот, пруд приблизила. Пляж, пруд. Скоро будем купаться. Вот. Ну все. Всем пока-пока. Я пошла размышлять, что дальше делать вот с этой композицией. Надо успеть поработать и потом наработку. Я же фотограф, помните? Вот. Поэтому у меня много фотографий на канале. Вот. А спасибо вам за комментарии. Вы, как всегда, молодцы, что пишете мне комментарии. Все. Пока-пока. Ухожу. Ухожу. И закрываю, закрываю, закрываю балкон. Пока-пока. Пока-пока.